Добрый день. Хочу рассказать, как я подключал ампер вольтметр, данный ТК-1382, и немножко про зарядное устройство Ironhill. Значит, посмотрел я, по характеристикам мне он понравился, как написано, довольно-таки четко определяет диапазон. Заказал, пришел, продавцом доволен, информацию вы можете увидеть на картинке. Заметно подешевел в цене приборчик. Когда приехал, как на картинке, оказалось, что есть кабель питания с двумя проводами и еще кабель для измерений. Три проводочка. В моем случае вместо зеленого синий. Показываю, как я подключал. Вот такое вот зарядное автомобильное устройство мне посоветовали. Я, в принципе, остался очень доволен именно моделькой 10E. Позже расскажу, почему. Значит, вот я просверлил много отверстий, вырезал, вставил данный вольтметр, амперметр. Почему я решил его сюда поставить? Потому что этот прибор не совсем точно отображает, сколько ампер подает блок, и тем более не видно, под каким напряжением. Изначально в паспорте было написано, что этим зарядным устройством можно заряжать аккумуляторы и для моторных лодок, и для мотоциклов, для машин маленьких, для машин больших. Ну, я как-то так скептически отнесся, но, как и написано в паспорте, данное зарядное устройство не поднимает напряжение заряда больше, чем 14,1 вольта. Так, подключаем. Вот я взял на тест такой маленький аккумулятор. Подключаем. Ну, в данном случае он показывает, сколько приходится на клеммах аккумулятора, как вольтметр. Включаем в розетку. Так. Вот. Пошла зарядка. Ток заряда. Но аккумулятор он заряженный уже, поэтому ток заряда сразу уменьшился. И действительно, вот при заряженном аккумуляторе должно быть напряжение максимально большое. И действительно, данное зарядное устройство выдает 14,1 вольта, и оно справилось с тем, что заявлено, и довольно-таки точно показывает эта панель. Где-то в отзывах про данного продавца читал, что неверно, слишком врет, до 10 сходится. Так, отключаем, все, он заряжен. Отключаем, теперь расскажу, как я подсоединял все эти провода. Значит, оба красных объединил и оба черных объединил. Получается всего три провода. Красные последовательно припаял к выходу, вот так, чтобы было понятно, вот к этому проводу, вот здесь. Синенький или в некоторых случаях зеленый ставим в разрыв амперметра вот этого. Я взял, разорвал на предохранителя, поставили в разрыв на минусовой, на черный провод, вот, как бы сюда. А два черненьких подпаял вот там, где разорвал, собственно говоря. Вот, в принципе, и все. Скажу, возвращаясь к более раннему, почему эта моделька мне понравилась больше, чем вот высверленная, делал знакомую тоже, BT-BC-12. Этот и дешевле, и по своей начинке лучше.
в том, не знаю, то ли это бракованная партия была, то ли что, вот в этой модели присутствовал только трансформатор с датчиком температурным, если вдруг будет нагреваться трансформатор, он отключит процесс зарядки. Фильтр, диодный мост был, еще один фильтр, два предохранителя и вот этот амперметр. То есть не было всей этой схемы управления. Там постоянно подается напряжение и уже не такой безопасный процесс заряда. Возможно, я даже ниже видео вставлю ссылочку на фотографии вот этого, этой модельки, вот, ПТ-БЦ-10 и этой. Можете посмотреть и убедитесь, что лучше сделать выбор в пользу этого устройства. Устройством очень доволен, хорошо заряжает. Советую всем, как говорится. Спасибо за внимание.